В этом видеовыпуске я расскажу вам о ручном насосе Браво с манометром. Давайте в первую очередь рассмотрим комплект поставки. Помимо самого насоса, это шланг 1,5 метра, три насадки с различным диаметром и наконечники, которые вам понадобятся для надувания лодок различных производителей. Рабочий объем этого насоса 2,5 литра. Он является двухступенчатым, то есть каждый ход штока является рабочим. Однако, если при подъеме штока усилие возросло, насос можно сделать одноступенчатым. Для этого достаточно открыть белую пробку, и насос становится одноступенчатым, то есть работает при опускании штока вниз. Насос оснащен полезной вещью – это манометр. Он позволит накачать вашу лодку до нужного давления. А правильное давление – это очень важный параметр. Шкала манометра разбита от 0 до 1 бар или от 0 до 14,5 пси – это фунт на квадратный дюйм. Этого давления достаточно для большинства надувных лодок. Насос работает на надувание и сдувание. Если вам необходимо надуть, то надо воспользоваться верхним отверстием, если сдуть – нижним. Браво – это известная итальянская марка, а эти насосы вы сможете купить в нашем интернет-магазине.